понедельник. Давай сходим куда-нибудь. Старые уже по ресторанам бегают. Я совсем перестала ощущать себя женщиной. Премьера. Есть срочная работа для вас двоих. Ты на меня плохо влияешь. То ли еще будет. То, что случилось вчера, это ошибка. Наши отношения будут длиться столько, сколько я этого захочу. Помогите! Эй! Сквозь слезы и к счастью. Как же я тебя люблю. И какой же я дурак, что так редко говорил тебе об этом. Порочная связь. В понедельник в 19:00. Домашний главный женский.